Всем привет, наши дорогие друзья! Мы в очередной раз с вами. Сегодня я хочу снять видео о том, чему мы научили нашу самую маленькую собачку. Щеночка, это дочка нашей Мишель. Ей еще нет 2 месяцев, и вес всего 500 грамм. Но я ее учила командам для того, чтобы показать вам и всем нашим зрителям, что даже такую маленькую собачку, даже такую юную, можно обучить командам, если вы обладаете терпением и большой любовью к животным. Я сегодня вот в такой красивой маечке, если ее видно. Она с логотипом нашего канала Йорк ТВ и с фотографией наших любимых собачек Мишель и Моники. Кто хочет себе такую же маечку, то пишите мне в комментариях. Вот, ну что, сейчас приступим, я покажу, чего мы достигли за это время. Если честно, между нами мы ее называем коробочек, потому что она очень похожа на маленький спичечный коробочек на маленьких лапках. Поэтому к ней привязалась такая кличка, она еще на нее не реагирует, мы к имени не приучаем. Этот щеночек еще находится в поиске своей будущей семьи, своего будущего дома. Мы будем искать самых лучших для нее хозяев, вот, которые уже придумают ей имя. Пока мы занимались только дрессировкой и поиском хозяев. Иди ко мне. Сидеть. Лежать. Кувырок. Ползи, 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 ползи. Сидеть. Дай лапку, дай лапку. Вот какая у нас умная девочка. Если вам интересно то, как я научила ее команды, вы можете посмотреть наше предыдущее видео, где я учила нашего щеночка по имени Макс тоже выполнять команды, и там я подробно рассказываю, как все это сделать. А сегодня я просто хотела похвастаться, продемонстрировать, как она четко все выполняет, несмотря на свой юный возраст и маленький рост. Сидеть. Дай лапку. Дай лапку. Лежать. Кувырок. Сидеть. В качестве лакомства для дрессировки я использую вареную куриную грудку, которую мы варили без соли. Вот, поэтому она, в принципе, для такой малышки безопасна. Это лучше, чем всякие синтетические лакомства, которые продаются в магазине. Сидеть. Дай лапку. Вот такая вот у нас умняша. Смотрите, какая она крошечная. Она помещается у меня на ладошке. Такое ощущение, что я держу маленькую пушиночку. Такая вот малюсенькая, но тем не менее очень умная собачка. Хочу еще раз закрепить результат, еще раз продемонстрировать наше мастерство. Давай, иди ко мне. Сидеть. Сидеть. Лежать. Кувырок. Сидеть, лежать, ползи, 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 ползи. Сидеть. Дай лапку. Вот умненькая девочка. Я думаю, что мы будем продолжать дрессироваться, может быть, выполним какие-то, изучим новые команды. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть. А на сегодня мы с вами прощаемся. И пока, лапка, вот так говорим. Пока-пока.